и проведем эксперимент. Может ли из хлебницы что-то получиться, кроме хлебницы? У меня есть две хлебницы, они уже не используются по назначению, и была идея давно сделать место для хранения кофе, то есть такую кофейную зону. Мне понравилась идея, она не моя, но я хочу ее сейчас повторить. Будем делать из этих двух хлебниц тумбочку. Поскольку эти хлебницы использовались, я уже сюда наклеила бумагу декоративную, чтобы дно закрыть. Она у нас будет еще создавать такой вот какой-то декоративный эффект. Что я для этого делаю? Я беру хлебницу, одну, вторую, и буду их сейчас склеивать. Я наношу клей на всю вот эту вот поверхность обоих хлебниц. Использую я клей ПВА для дерева. Распределяем, чтобы у нас вся площадь была в клею, чтобы детали могли максимально между собой схватиться. На одну нанесли, и также повторяем со второй. Вообще я за многоразовое использование каких-либо предметов, чтобы они не уходили в утиль, а продолжали служить. Несли какую-то новую функцию, пользу. Убираем клей. Где он у нас тут? Подтек. Дальше мы берем и совмещаем вот так две детали. Выравниваем их. Для этого я буду использовать струбцину. Так. В принципе, вы можете уже увидеть очертания тумбочки. Зажимаем струбциной, даем деталям между собой склеиться. Для большей прочности можно еще сделать по задней стенке планочку посередине, таким образом еще дополнительно зафиксировав. Вытираем лишний клей. Ставим на сушку. Дальше приступаем к ножкам. У меня обычные ножки из строительного магазина. Можно сделать на трех ногах, но я буду делать на четырех, как обычной тумбы. Берем шурупы. У меня здесь намечены уже отверстия. Переверну. Снимаем струбцину. Вот из таких замечательных хлебниц получилась довольно-таки забавная тумбочка, оригинальная, которую можно использовать для хранения книжек, для хранения своих предметов. Я буду использовать для кофе. При желании такую тумбочку можно покрасить, и в дальнейшем я планирую это сделать, используя какой-то свой цвет под интерьер. И этот предмет уже приобрел совершенно другой функционал и продолжит служить уже в новом качестве.